Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня веселуха опять продолжается. Вчера я показал, как я вытащил недостающих героев, а сегодня я уже некоторых даже докачал. Ну реально, очень круто. Чем мне нравится Brawl Stars по сравнению с Битвой Замков, то что ты можешь получить героя за небольшой донат, либо выбить его бесплатно. Нету здесь такого понятия, что нельзя вытащить какого-то героя. Все, можно накопил сундучков и вытащил. И, как видите, я даже мистера Пи вчера поиграл немножко, прокачал практически на 800 кубков за там, 5-6 часов. Причем в рандомщике, говорю, с рандомными противниками. И даже получил суперсилу, то есть мне она выпала, я ее докупил за 2000, а сегодня просто кайф. Вот жмакаем и смотрите внимательно сюда. Сразу же, ребят, сразу же плюс 3 недостающих суперсилы. Все, теперь у меня опять же фуловый аккаунт, ну фактически за 2 дня без проблем. Вот смотрите, медовая броня, чик. Изи просто, сразу же. Сейчас будем тестить. Я надеюсь, оно зависать не будет, хотя я в этом очень сомневаюсь, но попробуем. Все, у нас опять. Я не хочу что-то этот мне скин. Падла. Сегодня есть руборубка. Руборубка. Так, ну что, давайте попробуем. Медовая броня, вот это мне интересно посмотреть. То есть у меня все герои полностью, весь алтарь уже опять фулловый. Да, все-таки притормаживает. Ну, я не знаю уже, что делать. Надо с планшета, наверное, играть. Только тогда будет какой-то вариант. Ух ты, кайфовая тема. Только сколько она работает, непонятно. Все равно убивают. Какой понт? Один раз, типа, это типа на один удар, что ли? Я не могу понять. И хорошо, ух ты. Вот это прикольненько было, это мне понравилось. Да, понятно все. Ну такое. Честно, мне герой реально бывает иногда заходит на ура. Так, тихо, ша, пчелка соберет все. Кстати, я вчера тоже забрал скин. Нормальная тема. Теперь мибиар. Минус один. Минус два. Так вот. Не знаю, такое, честно скажу. Для меня что то, что то. Звездный жетон забрали, красавчики. Надо сейчас нафармить сундуков и ждать следующие обновы, потому что билетов дофигища. Алтарь уже у нас фуловый. Вот мне очень, кстати, Макс зашел. Довольно-таки неплохой персонаж. Ну и, конечно, Мистер Пи. Как видите, я вчера им не мог наиграться. Просто тупо начал апать-апать. Реально, особенно с пассивкой, которая офигенная, как по мне. Ай-яй-яй-яй. Зашел. Ну, давайте еще каточку. Реально, мне он зашел очень и очень. Я надеюсь, вторую пассивку на него открою тоже. Я не знаю, какая она будет, но чемоданы эти просто бомба. О, против нас мистер Пи. Иди сюда, мой друг. Так, не понял. Ай-яй-яй-яй,
чуть-чуть не хватило. Ну это, конечно, жесть. Здесь минус один. Минус два. Так, ребята, ребятушки, не сливайте меня. Эй! Минус один. Что, блядь? Тихо-ша. Это жесть какая-то, конечно. Персонаж, конечно, веселый, но, блин, вот больше всего... Жесть просто. Вот смотрите, что мистер Пи делает. Это бомба, вот реально. Перс вот просто бомбический. Без варианта вообще. Ну, тут без варика. А там девятая сила всего лишь. Ну я вчера девятой силой 700 кубасиков нафармил на изи. Такс. Ладненько, поехали посмотрим. Так, это что у нас заряжает? Супер. Когда находится в движении. Тоже он у нас с новым скиллом. Скиллом, скином. Поехали посмотрим. Ага, как у бочки заряжается. Это, в принципе, прикольненько. Блин, еще б не подвисало, вообще было бы просто супер. Жесть какая-то. Нереально просто. Вот бегаешь. Ну и в принципе вы тоже видите то же самое, что и я. Да ладно, ну что это за фигня, ну? Это просто жесть. Так, минус один. Ну блин, ну... Просто нереально играть. Я не знаю, что за фигня. Вот я уже просто не знаю. Я уже и на мобильной сети пробовал, и так... Фиг его знает. Надо будет пробовать все-таки на планшете. Опять минус 0. Поехали еще раз. Но я играю всегда в рандоме. Поэтому тут, знаете, это не то, когда ты играешь с тиммейтами. Здесь повеселее. Здесь можно в рандоме побомбить, когда особенно твои просто тупо бегут вперед с гемами, кристаллами. Потому что ему просто в кайф. Блять, ну вот что это за фигня? Бомбит. Это жесть. Вот это слайд-шоу. Тихо, ша, не дохни.
Ну это нереальное просто что-то. Ну, я вам скажу, даже при таких лагах его супер мне нравится. Реально кайфовый гер. Жесть. Я просто не знаю, это веселуха какая-то. Так, поехали посмотрим второй. Знаете, вот это вот называется, вот это весь кайф, когда у тебя еще так подвисает жестко. И ты апаешься на нормальных кубках. Не знаю, надо что-то делать, надо что-то искать, потому что это нереально. Даже стримить, я сколько вот играл вчера, думал постримить, но, к сожалению, с такими лагами даже бессмысленно. Ну, посмотрите на это, ну это просто жесть какая-то. Ну, просто жесть, я ничего не могу сделать. Так и знал, что сейчас сольется. Вот стоят, вот самое интересное, что стоят до последнего. Чего-то выжидают. Жесть. Убегайте, блин. Жесть. Кайф. Вот это мне нравится. Когда именно играешь в таком... Зависоне. Так, ну что ты там стоишь? Отходи обратно. Ну это просто писец. Короче, нереально. Пишите комменты, ставьте лайки, но... Ну, эти герои, я думаю, реально того стоят. Будем дальше пробовать. Хочу в этом сезоне. Ну, я по-любому в этом сезоне. Не знаю, сколько там он еще идет. Да, окончание сезона. Один день, 21 час, нифига себе. Ну, я думаю, мы поапаемся нормально. И 20к, я не знаю, вряд ли возьму, но 19к, я думаю, апну. Это у нас будет рекордик. Ну, конечно, благодаря новым героям я не играл месяц, но попробую в следующем 20-ку набить. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Ну, блин, тормозит, я ничего не могу сделать. Всем удачи, всем пока.